Про людей с синдромом Вильямса говорят люди с лицом эльфа. Синдром Вильямса – редкое генетическое заболевание, но не наследственное. Случайная хромосомная поломка может привести к рождению ребенка с этой особенностью. Встречается один на 15 тысяч новорожденных. При этом нарушении в седьмой хромосоме не хватает одного фрагмента, который отвечает за развитие эластина, поэтому у людей с синдромом Вильямса бывают проблемы с сердечно-сосудистой системой. Именно ученый-кардиолог Вильямс из Новой Зеландии обнаружил определенное сходство у некоторых людей с пороком сердца и первым открыл это заболевание в 1961 году. У людей с синдромом Вильямса бывают пищеварительные, нефрологические и сосудистые проблемы. Есть дети на границе нормы, а есть с сильным отставанием в развитии. Обычно начинают позже ходить, говорить, есть твердую пищу. Им характерны трудности обучения, разборчивость в еде, хорошая память на лица, гиперчувствительность к звукам, трудности концентрации внимания, хороший словарный запас, музыкальность и удивительная пластичность. Люди с синдромом Вильямса очень доброжелательны, открытые, коммуникабельны, улыбчивые, могут работать в кафе, библиотеках и разных общественных местах.